В республике появится новый институт гражданского общества Ассамблея народов Чувашии. Такое решение принял первое в нашей истории съезд народов. Что еще обсудили на форуме в нашем сюжете? Театр оперы и балета на один день превратился в Дом дружбы народов. Людей посмотреть и себя показать захотели и узбеки, и немцы, и азербайджанцы, и туркмены, и марийцы, и представители других народов, проживающих в Чувашии. Идея съезда и как продолжение создания Ассамблеи народов пришлась всем по душе. Мне очень нравится этот яркий, пестрая лента, можно сказать, представителей вот всех народов, живущих в нашей стране. Ну, основных, скажем так. У всех действительно настолько яркая самобытная культура. Мы погружаемся вот такую в пестрый этнокультурный ковер, что просто очень интересно нам действительно посмотреть. Потому что где еще увидишь сразу все. Идея единства сегодня актуальна как никогда. Те, кто постарше, уверены, национальная политика, направленная на восстановление межэтнических связей, сделает страну сильной и успешной. Так было всегда и так должно быть. Мы всегда побеждали, невзирая национальности, вероисповедание, мы всегда побеждали врага и недоброжелателей. Поэтому вот такое, значит, вместе собраться, вместе показать, что мы вместе все россияне, независимо от национальности, может быть, азербайджанец, армянин, грузин, чуваш, русский, но мы все вместе россияне. Народов, проживающих на одной территории, всегда есть объединяющее начало – любовь к общему дому. Даже в нынешние неспокойные времена Чувашия остается примером этнического благополучия. Многие стремятся сюда переселиться. Те, кто живет здесь давно, считают ее второй родиной. Коренное население приветливо и не подвержено ксенофобии. Иными словами, мы действительно живем как одна семья. Наша уникальная культура, соединившая достижения многих народов, несет в себе философию добра и созидания, уважение к людям разных конфессий и национальностей. Сегодня Чувашия объединяет представителей 128 национальностей, 8 этнических групп и 14 конфессий. Сердечно благодарю представителей всех народов, проживающих на территории Чувашии, за ваше уважительное отношение друг к другу, за бережное отношение к миру и согласию в нашей республике. Национальный вопрос – один из самых острых. Он может стать созидательным началом, а может превратиться в камень преткновения. Здесь достаточно простора и для научно-культурных исследований, и для политических спекуляций. Россия, как одна из самых многонациональных стран мира, знакома со всеми проявлениями полиэтничности. Нам не нужно заново учиться жить бок о бок друг с другом, не отказываясь от своего культурного своеобразия. Мы это всегда прекрасно умели. И многонациональная Россия сотни лет была домом для многих наций и народностей. Сейчас ваша республика, где более 100 различных национальностей, десятки конфессий, живут в мире и согласии, растят детей, чтут своих предков, заняты созидательным трудом. Это ваша республика является примером, образцом, даже символом, я бы сказал, лучших традиций национального единства наших народов. Делегаты съезда единогласно проголосовали за создание Ассамблеи народов Чувашии, нового общественного института, призванного развивать и укреплять межнациональное единство и культурное строительство в республике. Председателем Совета Ассамблеи избран Лев Кураков.